Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Катя, и в сегодняшнем видео у нас будет видео из рубрики «Делаем макияж вместе», где мы будем повторять уже макияжи и будем вместе с вами участвовать в марафоне. В общем, есть бьюти-блогер, которую зовут Валя, она и певица, и бьюти-блогер. И, собственно говоря, она запустила свой марафон с макияжами, собственно говоря, где самая главная тематика идет музыка. Сегодня будем повторять первый макияж первого дня марафона. Вот, поэтому, собственно говоря, сейчас я включу видео Вали и будем вместе повторять этот мейк. Я вам покажу в итоге, что мне получится. Поэтому, если хотите, участвуйте в этом марафоне, он бесплатный, и будем вместе, так скажем, повторять макияж. Собственно говоря, если интересно, оставайтесь со мной и давайте начинать. В общем, теперь по поводу того, что нам с вами понадобится. Нам понадобится с вами, у меня есть помада Джеффри Стара, которую мы будем в качестве подложки использовать. Карандаши у меня тоже есть в момент собой, который нам понадобится. По поводу палеток, я хочу из этой палетки взять, не знаю, возможно, мы возьмем этот голубой, не знаю, посмотрим. В общем, тут я хочу сияшечки взять, возможно, мы сверху пигментик добавим, чтобы было прям красота неописуемая. И также, конечно же, палетка P. Louise, в которой тут есть тоже разные голубые оттенки, и вот я хочу, что сильно отсвечивает, их здесь использовать. Сначала Валя наносила базу по тени от P. Louise, у меня есть от Beauty Bay база. Ладно, наверное, есть смысл наносить и базу, давайте я тоже возьму свою базу от Beauty Bay. У меня от P. Louise нету, но используем то, что есть. В общем, я нанесу ее на глаза. Вот, в общем, наносим сначала. В общем, если у вас нет помады Джеффри Стар, используйте просто карандаш в голубом оттенке, который подходит для карандашной техники, как, к примеру, карандаш от Ламель, ихний голубой. Немножечко, вот как всегда, по привычке я уже начинаю выводить какие-то нереальные песни. Надо сегодня поспокойнее делать тушевку, потому что Валя делала катрис именно по своей складочке. Не выходила именно сильно за нее, а у меня привычка, ну, вы знаете, кто меня давно смотрит, как у меня, как я обычно свои макияжи делаю. Ну, начинается, я опять добровей все увожу, короче. Я беру кисть синтетическую, и я пытаюсь это все потушевать. Честно, подложки в качестве помады от Джеффри я не использую, скажу честно. Использую очень редко, они для меня очень сильно сложны. Кисть из козочки, и этой кистью подтушую границы, чтобы немножечко подсбавить, просто коза довольно пористый ворс, и она обычно вбирает в себя. Вовремя начала ехать. Синтетической этой кистью я аккуратненько границы помады подтушевываю. Вот этот голубой я заложу в форму, потом растушу вот этим. Очень рада, что купила эту палетку от P. Louise. Кстати, я на нее хочу отдельный обзор снять. Вот, на самом деле, очень сильно хочу, и у меня прям есть большое желание этими тенями накраситься. Я, наверное, возьму вот такую вот плоскую кисть. Прям она такая прям плоская. Прям по-настоящему плоская. Я набираю оттеночек из палеточки от P. Louise. И начинаю со внешнего уголочка. Набиваю этот оттеночек. Наносим на нижнее веко и оставляем центр пустым, потому что там еще будет у нас сияшка. Тоночек из кукурузки, и я начинаю им, кстати, тени так нормально осыпались, и я начинаю им чисто просто этот голубой оттенок сам по себе подтушевывать, а потом я уже добавлю вот этот светлый голубой тоже из палетки P. Louise. Беру вот эту же кисть, которой я это все подтушевывала, обтираю ее об штаны, набираю светлый оттенок, прям так, совсем чуть-чуть, и дополнительно это все растушевываю для такой прям мягкости. Я вообще кисть из кукурузки, вот эта, она очень такая пушистенькая, она очень легенькая, и я держу ее за самый кончик, чтобы было прям
максимально мягкая тушевка, и вот чтобы кисть максимально легко это все носила и передавала. Я вырезала вот этот полукруг по своей вот этой складке, которая есть. В общем, сейчас буду брать ватные палочки, мицеллярную воду, и буду это обрезать. И потом это все буду заполнять вот таким консилером от Make Up Revolution. Я надеюсь, что он полностью не засох. Я сниму, скорее всего, ограничитель, потому что он там остался у меня только по стеночкам. Вот, это оттенок у меня C0 White. Тут есть. Валя наносит такую красивую белую сияшку, но у меня такой нету, поэтому давайте смотреть. Я, в общем, поделала свотч, и мне нравится вариант, если нанести хайлайтер London Copperite, который Moonshine, он такой синеватый, но он не так сильно сияет, как тени Make Up Obsession, поэтому я хочу его нанести как базу, сверху нанести оттенок Fresh Water из вот палеточки Make Up Obsession, чисто для сияния, возможно, немножко серебристого добавлю. И потом уже на нижнее веко мы отыграемся на нем и нанесем уже пигмент туда от Yves Make Up. То пигмент от Yves Make Up 10, он немножечко в голубизну такой отливает. Я его нанесу на нижнее веко, тоже поверх хайлайтера, вот, чтобы такой блик создать. Теперь ладно, давайте по порядку. Начинаем мы наносить с оттеночка, ну, в общем, наносим хайлайтер. Немножко, чтобы придать голубизны какую-то, какой-то голубизны, в общем, придать. От NYX и набираю его совсем немного, и я буду немножечко наносить пальчиком на верхнее веко и потом уже на нижнее, там где будут сияшечки. Я набираю прям немножечко, и я очень тонким слоем это наношу, не плотным. Набираю Fresh Water, а потом куда не смогу долезть, уже буду кистью наносить. Он тоже, конечно, не супер-пупер какой-то там блестящий красивый оттенок, но он сияет побольше, чем хайлайтер. Возьму плоскую кисть с голубым оттенком, и я хочу немножечко этой кистью придать четкости с остатками теней. Беру клей на пальчик и наношу на... Вам плохо видно? Вот сюда наношу, по центру нижнего века. Я еще хочу немножко рискнуть, набрать оттенок Ice Queen. Это красивое серебро, которое очень красиво сияет. Я его хочу самым масштабным бликом поставить по центру века. И пигментик. Ой, он такой нежный. Я думала, он будет прям... Вах, как сиять. Его можно было на верхнее веко нанести. Он прям как-то очень деликатно сияет. Опять оттеночек Fresh Water из палетки Make Up Obsession во внутренний уголочек маленькой кисточкой. Так у меня получился мой правый глаз. Сейчас я сделаю такой же самый левый глаз за кадром и вернусь к вам, и будем уже смотреть, как Валя рисует стрелы любви. У меня есть карандаш, который использовала Валя. Что птицы такие громкие. В общем, у меня окно открыто, может быть разные звуки. Вот Vivienne Sabot есть оттенок 04. В общем, я наношу этот карандаш. Можно использовать любой синий карандаш. Ну, у меня, конечно, подводка не синяя, но... Я вот тут начала рисовать стрелки, нарисовала такую основу. Палетку от Nikki Tutorials Beauty Bay, и я здесь возьму вот этот синий, потому что это самый красивый синий, который у меня есть, и все, я это все запечатываю, и потом мы будем лепить стразики. Стразики будем мы лепить. Вот такие у меня, короче, стразики. Я буду их смешивать. Буду наносить вот эти, то есть такие. Они все маленькие, но чтобы все равно было как-то интересно. Наклеиваем мы вот тут, короче, вот так вот везде мы наклеиваем вот эти стразики.
Ну, давайте начинать. Я также сама сделала, как Валя такой рассказала лайфхак. Воск окунайте карандашик, и у вас на конце будет этот воск застывший, и им удобно брать стразики и прикреплять. Вот сегодня я также сделала, потому что раньше я их пыталась лепить подушечками пальцев, это не очень сильно удобно. Все, в общем, клей у меня для ресниц, как всегда, мой неизменный клей, которым я пользуюсь. И, в общем, сейчас буду это все клеить под музычку в ускоренной съемочке. Смотрите, кто ко мне пришел. Ой, это душа. Она, как всегда, видит пустой стул, сразу на него садится. В общем, я наклеила стразики на первый глаз, теперь я наклею стразики на второй глазёныш и вернусь к вам. Мыло мне не нравится, оно ничего не держит, я поэтому просто лаком сбрызгиваю очень обильно щеточку, и сейчас будем заклеивать мои волоски и будем прям полностью кверх их приподнимать. Я зачесываю их сначала не наверх сразу, а я их зачесываю в противоположную сторону, чтобы немножко лак на моих волосках зафиксировался, поскольку они у меня, ну, растут вниз. И теперь вот эту бровь уже зачесываю. Ну, если долго мучиться, то вот что-то такое получится. В общем, у меня прям на волосках нету никакого объема. Я их полностью с помощью лака приклеила. Полностью приклеила. Теперь я то же самое делаю с другой бровью. Ну, разница очевидна, мне кажется. Так у меня получилась просто какая-то, я не знаю, волчиная мохнатка. Это вообще адекватно. В общем, тон я буду тоже использовать от Алрудковского. Я хочу на него снять отдельный обзор. Скажу вкратце их заранее, что мне он нравится. Мне он нравится. Это все, что я пока скажу. Вот. И прям намного больше нравится, чем то, что у меня есть. Сегодня буду его спонжем разносить впервые. Когда делала... Потому что я начала это все снимать, чтобы вы понимали, где-то часов 12, а сейчас 3:30. Я не знаю, почему я так постоянно вожусь долго. Консилер у меня будет от Eveline. Немножечко подсветлимся. Сделаем немножечко себе такой немножечко лифтинг эффект. Плюс я такая какая-то, как всегда, красная. На этот, на подбородок. Я хочу еще немножко контурнуть носик. Я это люблю все же не сухими продуктами, а делать кремовыми. Я беру стик от Top Face. Это теплый стик, ну, в плане теплый оттенок, вот такой вот, как бронзер. Оттенок у меня, если бы я еще знала какой, 02 вроде бы. Я люблю вот такими продуктами делать этот контур. Я наношу побольше, потому что я еще нанесла консилер рядом. Я это буду все растушевывать, поэтому я нанесла это все рядышком. Теперь носик. Беру консилер, наношу на ручечку. Наношу на ручечку, беру такую плоскую кисточку. Я набираю очень мало продукта, чтобы кисть была... Вот именно оттягиваю консилер и врабатываю хорошо в кисть, чтобы она была с очень маленьким количеством продукта, как будто полусыхая. И уже такой кисточкой я начинаю именно подходить ближе к рисунку теней. Наношу и подтушевываю потом. Беру пудру Киткин, мне она на самом деле очень сильно нравится. Не знаю почему, но она мне просто нравится. И припудриваюсь пудрочкой Кеткин для начала. Я ей закрепляю этот тон. И плюс добавляю еще немного покрытия. На губах у меня
карандаш под Маград, потом карандаш от Ломель 407 оттенки. В принципе, этот оттенок основной, вот этот блеск потрясающий от Patrice Lido. И сверху чуть-чуть вот этого блеска от Maybelline. В общем, вот такое вот видео получилось. Теперь у нас будет видео «Делаем макияж вместе» намного чаще. В общем, такой вот первый марафон, такой вот первый макияж. Точнее, если вы тоже участвуете в этом марафоне, то напишите внизу в комментариях. Мне будет интересно, кто из вас тоже участвует. И напишите вам, как первый макияж, получилось ли у меня его повторить, похоже, не похоже. В общем, все это пишите внизу в комментариях. Ну и, собственно говоря, если вам понравилось это видео, конечно же, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии. Все вышеперечисленное меня безумно сильно мотивирует и помогает этому каналу, собственно говоря, развиваться и мне достигать моих поставленных целей. В общем, если вам интересно, всегда оставайтесь со мной, всегда пишите комментарии, вместе внизу все обсудим, все, как говорится, обсудим, поговорим обо всем. Ну а мы с вами увидимся уже очень скоро, либо в следующем видео, которое я смонтирую, либо в следующем видео, где мы будем повторять уже второй макияж марафона. Так что пока, ребят!